Привет, товарищи бухгалтеры и предприниматели. Меня зовут Акмарал Ефременко, и я менеджер по работе с клиентами в компании MyBookKZ. Помните, мы рассказывали, что Евразийская экономическая комиссия еще в 2020 году приняла решение об упрощении процедуры таможенного декларирования товаров. Так вот, с 1 октября 2021 года решение вступило в силу. Участники внешнеэкономической деятельности при таможенном декларировании товаров, требующих уплаты пошлин и налогов, смогут представлять электронную декларацию на товары. А в ряде случаев не потребуется даже этого. Электронную декларацию сформирует таможенный орган. Так что да, будет больше свободного времени. Кстати, также изменится порядок заполнения корректировки декларации, если такая корректировка влияет на сумму пошлин и налогов к уплате. Все это обеспечит прозрачность зачисления и распределение таможенных пошлин. Вместо итога пожелаю вам всегда находить больше свободного времени на себя и своих близких. А по любым возникшим вопросам можно обратиться к специалистам MyBookKZ.